Доброго времени суток, дорогие мои друзья, с вами Дмин, Адми One Games, и, конечно же, акции и скидки в GTA Online для вас специально. Итак, ребятки, у нас новая неделя, все поменялось, что-то добавилось новенькое, давайте-ка все постепенно и посмотрим. А вы не забывайте поддержать меня лайком, подписываться на канал, ну, смотреть ссылочки в описании, может что приглянется. Итак, ребятки, тачка на стенде, помню я эту машину, давайте-ка на нее посмотрим. Итак, ребятки, Мичелли у нас GT, вот такая машинка, я помню еще поражался, почему она так дорого стоит, даже жалко было, но тем не менее мы ее с вами посмотрели, ролик есть. Так, кого интересует, можете найти по поиску на канале. Итак, машинка стоит лям 225 тысяч, конечно, дороже, чем прошлая со стенда, но... Я просто не знаю, это на любителя, наверное. Мне кажется, ее не очень удачно сделали. Ладно, пошлите дальше смотреть. Опачки, а здесь у нас кое-что добавили. Вектор добавили у нас. Это у нас Lexus, насколько я вижу, по передней решетке. То есть это Lexus у нас. Тачка неплохая, тоже опять есть обычная цена и оптовая, тут уж выбирайте. Ее мы посмотрим где-то через часик-полтора после того, как выйдет это видео. Так что ждите на канале, тоже смотрите. Так, ну цена, конечно, да, есть разница кое-какая, но не знаю. Мы ее смотрели с вами в сюжетке, вроде прикольная. Итак, стендовая тачка тоже была, по-моему, даже не один раз. Это Тиган или Тайган, как можно еще сказать. Скидочка неплохая, в принципе, машинка симпатичная, но тут уж как вам понравится. Так, подождите, я что-то не понял. А почему у нас машины продолжают скидки свои? Итали GTO же была на прошлой неделе, тоже скидочка. Да и Тайган вроде был. Странно. Может, продлили, потому что все вроде обновилось. Ладно, давайте дальше посмотрим тоже. А, вот теперь у нас Элли оказывается по акции. Да, вот такая вот машинка у нас. А у нас машины-то менялись вообще, потому что Скведи вроде и на той неделе по акции был, если я не ошибаюсь. Странно. И Алконос тоже был. Я ж помню, блин, память-то еще вроде не отшибла. Так, почему-то по-прежнему офисы. То есть тачку новую добавили, на стенде поменяли, но тут почему-то все осталось так же. Чувствую какой-то подвох в этом всем. Ладно, бог с ним. На сайте бизнеса все так же осталось, никаких акций. А у нас кручение колеса. Как всегда, главный девиз – только бы футболка, да? Поехали. Ну, давайте смотреть. Я, как всегда, ничего не считаю. Какие там тайминги, тачки не будет уже точно. Так, фишки. Вчера мне, кстати, тоже фишки выпали на PS-ке, когда я пытался постримить. К сожалению, проблемы, но, может, исправились. Так, фишки у нас, да, сегодня? У меня их и так немало, как бы. Ну, давайте посмотрим, что там по режимам и гонкам. Есть у нас тут новые гоночки. Ну, как новые, они, по-моему, были уже в прошлый раз. Это погони. Вот есть тут разные варианты. X2 опыта, X2 денег. Надо будет как-то погоняться. Посмотреть, что это вообще такое. Итак, ребятки, X2 опыта, X2 денег у нас на режим осада. Все, которые есть, я, правда, ни разу не играл, но я смотрю то, что рейтинг есть определенный. Значит, это что-то явно не новое, потому что я что-то не припоминаю такого. И все смотрю в таких местах, где стройки и так далее. Так, из остальной инфы как-то особо нет ничего, ребят, что вам сказать. Единственное, какие-то появились потерянные контакты. Я не знаю, что это такое, просто их добавили. И выплата там 180 тысяч. Я подозреваю, что, скорее всего, это и есть у нас вот этот вот, может быть, в автомастерской какой-то новый заказ от нашей Сосамбы и нашего вот этого вот шоколадного бро. Скорее всего, так, потому что по деньгам сходится и что-то новое, явно. Итак, ребятки, что у нас в автоклубе? В автоклубе призовое транспорт Фуфута GTX, по-моему, так называется машинка. То есть мы ее тоже уже смотрели, она в продаже есть. И давайте посмотрим, что нам вообще для этого надо.
То есть премиальные испытания у нас. Победа в трех гонках 4 дня подряд. Это надо нехило так покататься, ребят, чтобы по три гонки 4 дня подряд выигрывать. Это вам надо либо договариваться с друзьями как-то, либо уж очень уж быть хорошим гонщиком. Так что, ну, кто хочет, ребятки, участвуйтесь, кто может, участвуйте. И в тестовой трассе у нас опять же новая тачка. По-моему, тут ничего не поменялось. Это то, что добавили сегодня у нас вектор. Тут опять у нас Поршик. По-моему, тот, да? Да, тот. Или это второй Поршик? Нет, это тот Поршик. И вот у нас тут еще машинка, которая была в самом начале у нас. Тоже. Можно тоже потестить, кто не купил. Ну, или просто ролики мои посмотреть, где я катался на них и тюнил. Так, ну что ж, в принципе, на этом все. Больше информации у меня нет. Если кто-то хочет что-то дополнить, то пишите, конечно же, в комментариях. Все мы люди. Ох, классно сделан. Вот этот вот. И ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующий раз на видосе про новую тачку. И там уж впереди, что нас ждет. Всем пока, ребятки, не скучайте и не болейте.